Я приглашаю к микрофону следующего представителя творческого объединения «Дом ученых», рыцаря Красной Розы, прекрасную даму ордена Красной Розы, Александру Бродскую. Добрый вечер. Первую песню, которую я спою, она известная. Написал ее Олег Митяев. Кто знает, прошу подпевать фрагмент. Тронется, еще чуть-чуть, и поезд тронется. И с печальным вдохом тихо дверь закроется. Тянет ночь, синяя становится прозрачною. И среди чужих твое теряется лицо. Мелочью стучится дождь, стекло, бегут кусты. Как там слова? Взгляд застыл. И скользят артерии рябин по холоду. Сквозь немую ярмарку сорвавшейся листвы тихо листопад закружит сад, и уже не повернуть назад. Канет осень в снег, как соболя венчаная женщина. Поплывет из серой тишины медленно пожарища травы. Запорошит отражение век снег. Все забыть, смотреть в глаза и больше не спешить. И за этот миг совсем недолгий жизнь прожить. Шаг шагнуть в дверной проем и перестать дышать. Ни о чем смотреть сквозь снег и ждать. Тихо листопад закружит сад, и уже не повернуть назад. Канет осень в снег, как соболя венчаная женщина. Поплывет из серой тишины пены на пожарища травы. Запорошит отражение рек. Еще чуть-чуть, и поезд тронется. Вторую песню я спою на стихи Бориса Ивановича Марченко. Он сидит в зале. И этой песни дебют. Называется «Не уставайте верить в чудеса». Не уставайте верить в чудеса, и вы дождетесь капитана Грея. Для вас окрасит паруса, и счастье вам в тумане залеет. Пусть говорят, что это бред, что это все игра воображения. Пусть говорят, чудес на свете нет, вы все равно в них верьте без сомнения. Верить в чудеса и сами их дарить не уставайте. И книжку Грина об алых парусах
когда листать, не забывайте. Пусть говорят, что это бред, что это все игра воображения. Пусть говорят, чудес на свете нет, и все равно в них верьте без сомнения. Не ожидайте вы чудес с небес, дарите их друг другу повсеместно. И наблюдая глаз любимых блеск, поймете вы, насколько жизнь чудес.